102 года прошло с того дня, когда 29 октября 1918 года на Первом Всероссийском съезде Союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решение о создании Российского коммунистического союза молодежи. Комсомольцы считались первыми помощниками власти во всех делах. Комсомол воспитал не одно поколение. Мы помним об энтузиастах и романтиках, которые всегда были там, где трудно, трудились на комсомольских стройках и поднимали целину. В нашем крае, в комсомольском движении, именно славянцы были первыми. Более 100 лет назад, в середине марта 1920 года, группа передовой молодежи создала в станице Славянской комсомольскую ячейку, которая стала самой первой на Кубани. Эти ребята прожили нелегкую, но очень яркую и полную незабываемых событий жизнь. Они строили школы и рисовые ячейки, били немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, восстанавливали разрушенное хозяйство. На каждом историческом рубеже комсомола тысячи молодых героев прославляли его своими подвигами. Прикоснуться к той эпохе можно и сегодня в одном из залов Славянского историко-краеведческого музея, посвященного этой важной странице нашего прошлого. Комсомол действительно организатор и вдохновитель многих славных дел. Комсомольцы участвовали в Великой Отечественной войне, участвовали в восстановлении хозяйства после Великой Отечественной войны. Многие стройки комсомольские 70-х годов, известные до сих пор, отмечается праздник – день рождения Всесоюзного коммунистического союза молодежи. И в нашем Славянском историко-краеведческом музее подготовлена выставка, на которой представлены документы, фотографии об истории развития ВЛКСМ на Кубани и в Советском Союзе. В историко-краеведческом музее собраны редкие фотографии первых комсомольцев, материалы комсомольских съездов и конференций, уставы организаций разных лет, газеты и журналы, книги об истории ВЛКСМ, знамена, вымпелы, грамоты и значки. Все это очень интересно для молодежи, которая неравнодушна к нашему славному прошлому. В музее подготовили видеопрезентацию ко дню рождения комсомола и разместили ее на музейном сайте «Славмюзеум», «Славкультур.ру». Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».